Приветствую вас на своем канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Battlefield Bad Company 2. Давайте. Только что у нас был пробный запуск бомбы, выстрела или ракеты, или чего это, не знаю, импульса. Тихо. Ага, вся техника вырублена. Ты посмотри на это дерьмо. Стрёмно. А у меня коллиматор работает. У меня коллиматорный прицел работает. О, падла. Где ты? Тихо. Тихо. Так. Все? О, хоть открыли теперь, хоть видно, пока мы стреляем. Вот кто-то еще объявился. Все? Или еще кто-то остался? Да, вроде все. Опаньки. Опаньки. Да, опа, тушеньки. Ой. Так. Бежим. Опаньки. Жбан. Вот так. Еще двое. Еще один. Ну. Все? Блин, а вы уже убежали. Ладно. Давай. Где вы? Блинский, ладно. Давай вот так. Где ты? Я тебя не вижу. Давай. Тут где-то мешок был с боеприпасами. Вы давайте меня прикрывайте. О-о-о. Эй-эй-эй. Прикрой. Давай. Я потерял его. А вот он. Тихо. Блин, вот, не надо было идти-то, не надо было. Ну ладно. О, ага. Даже не продвинулся нисколько. Ты посмотри на это дерьмо. Давай. Противник на 12 часов. И давай. Кто там еще? И еще давай. Кто там еще? Давайте. Сетку сняли с вас. Пошел. Где? Так где вы их видите? Следующий.
Давай. Держите эту позицию, правильно. А, в смысле, вот. Че я сиськи мну? Давай. Бля. Значит, надо бежать дальше. Так, я так понял, можно вообще, по идее, пробежать. Теоретически. Тихо. Давайте попробуем. Ага, вся техника вырублена. Потому что... Смотри на это дерьмо. Стрёмно. Давай. Вот, я бегу, бегу, бегу. И дальше бежим. Давай. И дальше бежим. Мы просто бежим. А вот сейчас прячемся вот здесь вот. Вот эта штука не взорвется. Давай, я вас вижу. Давай, где вы? Спокойно. Спокойно. Гранаты сюда не доходят. Бля. У них тоже дохренища. Че, каждого что ли придется убивать так? Тихо. Потому что эти козлы-то ко мне не идут. Ты посмотри на это дерьмо. Стрёмно. Давай. Вот он ты. Кто где? Не вижу. Ага. Ладно, давайте поможем этим неудачникам, солдатам неудачи. Че, вы отсюда, да, отстреливаетесь? Все? Или еще кто-то вам нужен там? Где? Давай, хороший выстрел. Знаю, что хороший. Давайте, у вас должно быть определенное количество, это точно уверен. Вот так. Вы идите вперед, тогда я буду отстреливать, кто на вас будет нападать. Потому что вы же ни хрена не можете. Давай. Смотрю. Давай. Блин. Давай. Где вы? Выбегут сейчас. Твари. Конечно. Где? Где еще враги? Вот они. А я наверх не могу пройти, да? Ой-ой-ой. Кто там? Откуда это? Да я не вижу, блин, я только целюсь.
Покажись. Не показываться. Так, получил по мозгам. Давайте еще один, он там прячется за шкафами. Давай. Победил его. Ни хрена ты не победил. Пулемет. Должен был попасть куда-то. Возможно, даже в него. В пулеметчика. Давай. Где ты? Где он? Куда вы бросили? Кто бросил? Кто-то из наших же бросил, твари. Вы просто меня хотите убить. Просто хотите меня... Ну-ка. Кто там? Граната пошла. Вот так. А чё я сюда шел-то нахрен, когда здесь нету ни хрена, чё мне надо? Давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Электричества-то все равно нету. Так что забудьте. Забудьте. И не вспоминайте, как меня зовут. Где? Кто где? Где кто есть? Один хер, туда незаметно не пролезть. Тогда так, мы отвлекаем их, ты прорываешься. Ну а потом уж как-нибудь догоним. Ага. Подожди, как, бля, а как? Вы как, Вот так вот. Давай. Вот так вот. Хорошее оружие такое, блин, мне так нравится. Давай, кто там еще есть? Ого-го-го, у меня аж передернуло. Это дробовик, дробовичком у меня, да? Еще разок. Поесть. Надеюсь, ты здесь один был. Цель уничтожена, правильно, я уже уничтожил. Слышу наверху шевеление. Ты еще скажи, что это ты слышишь, как мозги шевелятся, как ты думаешь. Все благодаря мне вы здесь. Блин, ничего не видно в этом тумане. Так, может... Смотрим, смотрим. Обходной путь. Это Ан-225. Мрия, мечта.
Увеличенная версия Ан-224. Самый большой самолет в мире. Грузоподъемность 253 тонны. Да чё? Я читал где-то. А супероружие самолет не развалило? Да. Походу, эпицентр — безопасное место. А вот все, что вокруг... По-любому. Нам эту срань не обрушить. Обрушить. Кто тут жаждет угнать самолетик? Давайте. Вперед. Только вперед. Удача зовет. Самолет взлетает. Или как это? Поцелуй меня, удача. А захочешь, обними. А если нет, я не заплачу. Кого хочешь, выбери. Давай, давай. За мной. Давай. Да иду. За тобой. О, куда-то прибежали даже. Куда это мы? Под самолет? Самолет взлетает. Он уходит. Да. Живей. Беги. Шевели помидоры. Давай, да шевелись. Почему это на мне-то главное все? Свет клином сошелся, главное. На меня еще. Бузить это. Предотвратите детонацию склярного оружия. Блин, сейчас надо было поменять оружие-то. Надо будет сейчас поменять эту снайперку-то. На что-то еще. На пулемет, например. Раз мы в самолете воюем. Воевать, по крайней мере, там будем. Какой-то целый шаттл космический, как в Звездных войнах. Хотя, как там говорят, самое темное время перед рассветом. Да. Порой лучше просто включить свет. Ну, сейчас этим и займемся. Как называется? Десант называется. Передатчики, коллекции. Ой, я вообще не интересуюсь. Престон, закрой часового, возьми его оружие, давай. Так, а у меня что? На! Вот же черт! Давай! Престон, стреляй! Стреляй! Все. Слава яйцам! Пушки! Только без патронов почти. И у меня в штопах. Давай. А, вот у меня дефицит с патронами. Но зато с глушителем, ладно. Блин. Нету ничего. Ничегошеньки нету у меня. Чё это тут за пробоины-то везде? Чё такое? Почему нельзя было сделать нормальный самолет, чтобы он не протекал? Как корабль. Опа. И чё? Один раз только, да? Ещё идут. Давай. А где? Я обслужил разведсводки. Они говорят, что весь этот шухер устроил десяток спецназов. Да, не ведут. Вижу пехоту. Открыть огонь. Все. Поднять. Опаньки. У меня еще оружие появилось. Вот так вот. Ну, два автомата, как я понимаю, но мне почему-то кажется, что они одинаковые, нет? А, один с прицелом, другой без прицела. Вот так вот. Ладно. Ну, патроны, кстати, почему-то разные показаны. Ну и что вы встали-то, бараны? А. Я что-то не понял, что-то было. Спокойно. Опа. Опаньки, опаньки, да потушеньки. Все. Прибыли к чему-то. И смотрим на что-то. Что-то непонятное. Ага. Кто-то перестраховался.
только божья длань эту дуру пробьет. Или тонна С-4. Только самолет при этом разнесет нахер. Помнишь расположение приборов в кабине? Да, все ништяк. Не парьтесь. Ну че, кто здесь умеет водить самолет? Кто? Ладно. Мост еще предстоит перейти. Пошли. Вот так. Вот и поговорили. Так, достали играть в прятки. Готово. Пошли. Ой. Так, ладно. Это что, тут дробовик какой-то, да, как я понимаю? Ну, пойдем, попробуем. Они за дверью. Мы врываемся, а ты на подхвате. Как пойдет дым, мочи. Подожми, Матик, тут негде спрятаться. Давай. Вот так вот. Давай. Блин. Почти. Почти. Ну, интересно. Сейчас мы попробуем еще разок. Блин. Мне это понравилось. Давай. Сейчас мы устроим им Колумбиану. Давай. Давай. Нормально. Все хорошо. Вот так вот. Опа. Так. Что-то у нас заряжено 100. Понятно. Давай, давай. Я видел. Давай, конечно, разваливаются. Ни хрена им залепил там. Еще разок. Вот так. А, перезарядим. Готовы? Я вот готов. Огонь! Так, пилотов нет? Куда этот Кириленко подевался? Ну, самолет... В 30 километрах от Техаса, но быстро приближаемся. Сержант, времени нет. Господа, состав, переданный вами, защитит нас от взрыва. За это я вам крайне благодарен. Счастливо. Понятно. Так, это капсула, что ли, у него? На самом деле, мы, конечно, могли заглянуть в оружейную. Но... Ну и хер с ней с пенсией. Все равно скукотища. Вот так вот. Вы опоздали. Обдурил он нас всех. Не думаю. Давай. Что? Что вы делаете? Назад, ребята! Эй, шоу начинается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бум-барабум, большой бум-барабум. Марлоу, ты прав. Поехали! Держись, что можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я все правильно сделал, надеюсь? Давайте отсюда выбираться. Давай. Куда бежим? Дура падает. Да, конечно, падает. Прыгай. Пошел, пошел. Да хрен на него, теперь оружия-то нету, теперь он вам не нужен. А вот он и Кириленко. С парашютом. Прыгаем.
Где? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему какая-то часть быстрее нас падает? Причем еще как-то с опозданием. Есть. Цель уничтожена. Ой, они рано ли мы парашют открыли там? До земли-то еще ого-го. Бамба-лейла, бамба-лейла. Техас. Мы в Техасе, добрый родной мать вашу. Ладно, ладно. Все равно рано или поздно в гости бы заехал. А, что теперь будем делать? Снимать штаны да бегать. Чего молчите? Лучше спросим Марлоу. Благодаря ему я теперь официально на пенсии. Отличная работа, Марлоу. Да ладно, черт, Швейц, а ты как? Не знаю, было круто, конечно. Но все равно, спецназ не по мне. Короче, возвращение нужно конкретно отметить. Есть тут одно заведенице и девчонка, Шанталь зовут. Такой вот вариант. Молодец. Молодец. Что-то быстро они приехали-то. За углом стояли, ждали, что ли? Господа, сэр, больно. Примите искреннюю благодарность от правительства США. Теперь прошу извинить за плохую новость, но вы отправляетесь со мной. Для чего, сэр? Русские. Вторжение. Сэр, вторжения не будет. Мы только что взорвали их ебаную пушку к чертям собачьим. ПС... Отбой вторжению, сэр! Не здесь. Они вторглись через Аляску. Аляску? Порой бывает хреново, когда оказываешься прав. Вот так вот. Аляска. Ну, где Аляска у нас? Ох ты, как попёрло. Ну что ж, на этом все. Увидимся в следующей серии. От вас я жду подписку на мой канал, лайки, а также комментарии. До свидания.